В Славянске на Кубани состоялся традиционный слет ученических и студенческих самоуправлений «Россия начинается с тебя». По итогам прошедшего учебного года активисты самоуправлений были отмечены почетными грамотами. После окончания официальной части ребят ждал праздничный концерт и увлекательные конкурсы и квесты. Подробности в следующем материале выпуска. По уже доброй традиции, в конце учебного года активисты школьных и студенческих самоуправлений собираются вместе, чтобы подвести итоги своей работы, пообщаться, рассказать друг другу о своих достижениях и успехах, а также весело и позитивно провести время в кругу друзей. Начался праздник торжественной линейкой, на которой глава района Роман Синеговский поприветствовал молодежь. Слет ученических самоуправлений. Слово «самоуправление» говорит о том, что вы сами начинаете управлять. Сегодня вы где-то управляете классом, где-то школой. И, наверное, это совместное мероприятие, это уже менеджмент или управление другого уровня. У вас будет возможность поделиться своими знаниями, поделиться своими умениями, навыками. И совместно, наверное, выстроить совместную работу. Для этого вы и собрались. Как говорят, дорогу осилит идущий. Я считаю, что вот, будучи молодыми, вы тренируетесь, учитесь, и, наверное, вам управлять, вы наше будущее. Я уверен, у вас все получится. В Славянском районе плодотворно осуществляют свою деятельность 39 ученических и студенческих самоуправлений. Молодежный совет при главе района, советы при главах поселений и районный ученический совет, в состав которого вошла лучшая и активная часть молодежи. Активисты учебных заведений приняли участие во флешмобе, посвященном 60-летию образования студенческих трудовых отрядов. Ребята выстроили на площади три огромные буквы СТО. После линейки в Доме культуры прошло торжественное собрание, где почетными грамотами были награждены наиболее активные члены самоуправлений, а также волонтеры. Школьное самоуправление занимается делом молодежи. Оно помогает школе вести активность, различные конкурсы, мероприятия. В нашем небольшом школьном самоуправлении 10 волонтеров, и мы, как видите, добились результатов. Мы активно участвуем во всех, по возможности, во всех конкурсах, которые нам дает школьное управление, районное управление. Но мы стараемся принимать участие во всем и не боимся неудач. Всегда только вперед. Почетными грамотами были отмечены и активисты студенческих самоуправлений. В числе награжденных в этот день были представители Славянского филиала Кубанского госуниверситета. Вот уже несколько лет там проводится День самоуправления, когда студенты меняются ролями с преподавателями и управляют вузом. Наше самоуправление очень большое влияние оказывает на жизнь студентов, так как оно старается делать ее лучше, интереснее, запоминающейся, ярче, придумывать различные мероприятия, квесты. И данное большое мероприятие этому подтверждение, потому что мы всегда активно принимаем везде участие. Так же, как и здесь, вы видели, у нас студенты очень ответственно подошли к данному мероприятию, подготовили все на высшем уровне, выступили. И мы в дальнейшем планируем заниматься также этой деятельностью, продвигать наш вуз и все делать только лучше и лучше. Праздничная программа продолжилась концертом, который подготовили молодежные творческие коллективы. После торжественной части на площади для молодежи была организована большая развлекательная программа. Ребята участвовали в квестах и конкурсах. Они пели, танцевали, проверяли свою эрудицию, отрабатывали навыки командной работы и даже на время укладывались спать. Вы готовы? А я не смогу. Внимание! Давай. Марш! О, На протяжении всего вечера на площади работала полевая кухня. Завершился праздник дискотекой. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».